после войны всего прошло ведь 19 лет, там, да, 20 лет. И представляете, наша страна вот такая бедная была, разрушена. И она, кстати, запускает первую ракету, человек в космосе. То есть вот когда смотришь, вчера смотрели с детьми кадры хроники, вот именно тех как событий, когда запускали ракету, когда этот, встречали Гагарина, вот это его улыбка. Да, вот кстати, настолько люди все были на улице, то есть все вышли из аудитории студенты, все покинули вот места рабочие, все были, это такое было единение. Кого-то из немцев, то они, наверное, не вспомнят об этом подвиге наших летчиков. Но все-таки это огромное, наверное, счастье, что, ну, с одной стороны, то, что память все-таки хранит этот подвиг, великолепная песня, которая называется «Огромное небо». Единственное, что здесь только, знаете, что Роберт Рождественский, он немножко, как я сказал, ну, перефантазировал, то есть он написал в своих стихах, что не упали ни в озеро, а что не упали в березовый лес? Ну потому что, наверное, все-таки русские упали. Кружили, летали в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы глаза. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, и не вышел полет. Рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней придется. Тогда мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем. Возьму этот большой мир.
Они всегда советовали со звездочетами. И такая песня появилась про звездочета в очень хорошем, добром фильме. Это у нас про красную шапку. Звезда, звезда.